Вот так его спросить, что
я хочу знать, что это такое. И все, я поставил перед ним. Буквально через несколько часов я просто начал об этом очень интенсивно думать. И вот нарисовалась та тема, о которой я сегодня хочу поговорить. То есть, а вы уже сами посмотрите, открыл он мне или не открыл. Потому что ну, мы иногда хотим вот что-то такое, да, нереальное такое, чтобы он открыл. Но на самом деле иногда все достаточно просто. Но смысл такой, вот вы просто представьте, да, его одежда. Не сшитая. Вот если задуматься, да, я просто раньше слышал такую интерпретацию, что это была просто очень дорогая одежда. Очень дорогая одежда, она была не сшитая, она была сотканная. Я начал логически думать, как это сделать. Как сшить так одежду? Вот если подумать, вот представьте, там, я не знаю, там майка или джинсы у тебя, да, и вот они джинсы снаружи, или майка, но нету швов. Нету швов. Вы знаете, как делается ткань? Ткань делается на каком-то станке, да, как и раньше, она так же делается. Просто раньше это было все вручную, а сейчас более какие-то глобальные машины, но в принципе ткань делается кусками ровными. Правильно или нет? Да. То есть полотном каким-то, да? Мы знаем, что свитер можно связать, правильно, да? Носки можно связать, свитер можно связать, но это будет вязанное, правильно? То есть это будет уже такие крупные, крупная вязь, и, наверное, это все можно связать. Но я даже думаю, что все равно нужно даже при этой вязке, я просто не вязал никогда, нет, когда-то вязал в детстве. Все равно наверняка что-то нужно там между собой связывать и сшивать. Правильно или нет? То есть невозможно, чтобы это вот все, наверное, было прям вот, да? Вот хорошо, что у нас есть Валя, она представительница, прям подтверждение мне дает. Что на самом деле, что мы здесь видим? Что значит, какая одежда у Иисуса была? Одежда была нереальная на самом деле. То есть, по большому счету, это невозможно сделать. Если мы еще вот связать можем, то вы представляете, соткать вот этими маленькими ниточками, соткать это все дело, да, вручную, да. То есть ткань делается станком, да, вот эти маленькие нитки, они между собой переплетаются. А здесь, похоже, вот выходит так, что это нужно сделать прямо вот руками, маленькими-маленькими инструментиками, да, вот все вот это вот как литое, грубо говоря, должно быть, да, без швов. Через, написано, сверху сотканное через все. О чем это говорит? Это говорит о том, что у него было что-то сверхъестественное. Эта одежда, ну, это я так хочу сказать. Ладно, я не буду это утверждать, да? Может быть, историки что-то там докажут, что это как-то можно сделать, но я не представляю себе, как это можно сделать. Специально изобрести какой-то станок, который бы вот дал тебе одну такую рубашку одного размера, просто, да, чтобы вот она летая получилась. Понимаете или нет, про что говорю? Джинсы, да, вот ткань, но есть швы. Для того, чтобы получились джинсы, нужно сделать швы обязательно. И таким образом, но у Иисуса это все символы. И эти символы, которые дает нам Библия, она нам открывает суть вещей и понимание определенное, что за одежда была у Иисуса. И, в принципе, то, что я вам сказал сегодня, тема называется, мы будем говорить о праведности. В Библии одежда, когда говорят об одежде, часто говорят о праведности. Сравнивают ее с праведностью человека. Да? То есть, вот, белые одежды, запачканные одежды и так далее. То есть, она связывает это с праведностью. Таким образом, что мы видим в одеждах Иисуса? Что его одежды были с неба. Мне очень хочется, если я пойду на это спросить, в какой момент ты получил эту рубашку, да? Где ты получил эту рубашку, как она тебе досталась. То есть, что я здесь тоже хочу сказать, что снаружи это была обычная рубашка. Да? Мы знаем, что Иисус, Он не отличался от учеников, Он не отличался от других людей, Он был как обычный человек. Но вот именно когда Он был распят, и воины стали делить его одежду, они увидели, что, оказывается, его одежда была не как у всех.
она была необычная. Снаружи это обычная одежда. А если разобраться, то это нереальная одежда, сверхъестественная одежда. Поэтому это то, что Библия нам хочет научить, что на самом деле есть праведность человеческая, а есть праведность от Бога. Апостол Павел, он говорит то, что давайте мы откроем Филиппийцам 3 главу. Одно из любимых мест и моих, и так вот для проповедования. Апостол Павел говорит в 3 главе, я сначала не буду читать, но 7 стиха. Но что было, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою, то есть мусором, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть апостол Павел говорит, что он хочет найтись в Христе, да, он хочет найти себя в Нем, однажды найтись, увидеть себя, да, получить такое в свою жизнь, чтобы эта праведность была, как он ее раньше представлял, не от закона. Что значит праведность от закона? Вообще, что такое праведность? Что такое праведность? Можно по-разному говорить, что такое, наверное, праведность, но вот где-то внутри каждый из нас понимает, что такое праведность. Вот примерно это то, что ты понимаешь, что такое праведность. Это, наверное, ощущение внутренней чистоты и праведности, то есть правоты перед Богом, то есть состояние безгрешности, состояние... Ну, правоты перед Богом, состояние дерзновения, общение с Богом и так далее. Вот это и есть праведность. И вот это вот именно состояние, то есть как одежда. Да? И есть праведность, она от закона. То есть, давайте мы чуть-чуть позже, наверное, к этому придем, потому что я бы вот именно хотел сейчас на праведности заостриться, чтобы побольше объяснить, что такое, как я это понимаю. Когда Адам согрешил, в Эдемском саду. Что с ним произошло? Помните? Смертный страх. Я там тоже хочу это все к одежде привязать. Адам был голый, да? И чувствовал себя очень хорошо. Правильно или нет? То есть это опять же мы говорим о символах. Мы не говорим о нудистах сейчас, да? Потому что есть нудисты, которые пытаются почувствовать духовные вещи через физическое проявление. Да? Они вот таким образом пытаются тоже чувствовать себя раскованно, хорошо, вот получить эти духовные вещи в себя через что? Через то, что они ходят голые и чувствуют себя нормально. Да? И вот они пытаются с этим чувством тоже бороться. Это один из таких проявлений, как человек вот стремится тоже к правильности. Вот. Но мы понимаем, что Библия – книга духовная, и это в первую очередь говорится о духовных символах. Соответственно, Адам, когда жил с Богом в раю, он имел каждый день общение с Богом. И он просто был там, какой он есть. Все. Вот как его Бог сотворил, и он себя чувствовал как? Очень комфортно. Правильно в этом? Просто. Не было никаких вот этих заморочек, что он какой-то не такой или еще что-то. То есть вот просто все было органично, все было вот совершенно, все было комфортно. Ему там просто было... Это рай. Правильно? Вот это вот состояние. Вот это вот состояние, в принципе, я и хочу сравнить с праведностью. То есть состояние внутреннее, состояние само как состояние вот это, да? Когда нет никакого мнения извне, нет у тебя никакого мнения о себе, да? Нет никакого мнения, которое влияет на тебя от других, да? То есть вот есть вот это вот чувство совершенства, чувство комфорта. И что с ним произошло, когда он согрешил? Когда он съел от этого плода? Помните или нет? Написано, что... Да. Они увидели себя нагими,
несколько шили себе одежду из листиков смоковницы, написано, и спрятались от Бога. Вот. Это то, что произошло как вот в духовном мире, да, с Адамом. То есть Адам начал прятаться от Бога. Что пришло в жизнь Адама? Пришел дискомфорт какой-то, да? То есть пришло какое-то такое состояние, которое не его, не естественное состояние. Но оно, тем не менее, к нему пришло. И он почувствовал себя уже вот таким, какой он есть, в дискомфорте. Все. Понимаете, что происходит, да? То есть вот это, в принципе, состояние, в котором мы с вами живем. Постоянное состояние дискомфорта, непринятие себя таким, какой ты есть. Чувство вины какое-то внутреннее перед Богом, перед людьми, какое-то давление, которое навязано обществом, да? Это то, что вот мы уже с вами получаем, будучи взрослыми, каждый человек это получает. Каждый человек. И это вот и говорится об этом, то, что мы не имеем этой правильности, не имеем этой правоты перед Богом, не имеем это чувство комфорта, просто от того, какие мы есть на самом деле. Нам все время приходится себя к чему-то достраивать, подстраивать, принуждать там, и так далее. Понимаете ли, это не наше естественное чувство. Бог нас для этого не создавал. Поэтому наш путь и наша задача, наше желание – это прийти опять в это состояние, где ты чувствуешь себя комфортно, где ты чувствуешь себя естественно, где ты просто такой, какой ты есть, и у тебя нет никакого осуждения. У тебя нету вот никаких стереотипов, которые тебе навязаны. Поэтому они и шили себе вот эти одежды, чтобы чувствовать себя, хоть как-то прикрыться, да? То есть, что они сделали, да? Они вот из этих листиков сшили. Потом что делает Бог? Бог им заменяет эти листики и дает им одежду из шкур животных, да? Написано, Бог шил им одежду. Тоже, да, мы видим, сшитая тоже одежда. Если вы посмотрите, Бытие почитаете, там тоже одежда была сшитая. Там написано, Бог шил им сам эту одежду из шкур животных. Заменил эти листики. Опять же, это что, о чем говорится? Это тоже как символ вот этой праведности по закону, да? Дал вот этот вот путь через жертвоприношение животных, да, чтобы мы как-то смогли существовать просто, смогли иметь какую-то защиту. Да? Опять же, что такое одежда, да, для человека? Вам не снились сны, что вы где-то ходите, все одетые, а вы голые ходите? Меня вот иногда эти сны снятся. Я прям чувствую, что все одеты, а я чем-то голый. Бывают такие сны? Может быть. Но это такое состояние очень-очень неприятное. Пытаешься расслабиться, вроде чувствовать себя нормально, но ты не можешь избавиться от этого состояния. Оно вот, ну, оно дискомфортное состояние. Все одеты, а тебе хотя бы трусы найти. Вот, ну, примерно это то, что на самом деле вот делает одежда. Одежда дает нам вот этот вот комфорт. Одежда дает нам вот эту защиту от внешних каких-то воздействий, просто даже внутри себя, чтобы чувствовать себя комфортно. То же самое в духовном мире работает вот правильность также, да, то есть мы все время пытаемся как-то одеться, как-то чем-то прикрыться и так далее. Поэтому вот эта вот праведность от закона, это называется праведность через дела. То есть ты пытаешься вот это вот свое состояние неправоты перед Богом прикрыть какими-то добрыми делами. Вот одно перекрыть другим. И вместо того, чтобы приближаться к Богу и искать Бога самого, да, ты пытаешься как-то доказать Богу, что у тебя еще все не так уж и плохо. Вот иногда вот эта вот праведность от закона, она именно вот имеет в себе такой мотив, что ты, сделав несколько каких-то добрых поступков или еще чего-то, или еще как-то, ты пытаешься вот доказать Богу, что ну нормально, я могу пока существовать, мне вот так вот пойдет, одно на другое перекрываешь. Но та праведность, которую нам Иисус дает, да, может дать, она вот не требует этих жертв животных, она именно что такое жертва животных, то есть это плата за грех, как символ платы за грех, как я уже говорю, да, какие-то вот дела. И наше состояние, на самом деле, вот оно способно
во Христе измениться вот на эту правильность, которая от Бога настоящая, которая дает нам на самом деле настоящее чувство комфорта, чувство вот, то, которое мы утеряли. Знаете, где мы еще ощущали вот это чувство комфорта? Для того, чтобы вы поняли, вот к чему я веду, в детстве. Вот в детстве нам всем, мы пока еще не нагрешились, да, пока мы еще не ощутили вот это, знаете, потому что, ну, как бы, да, вот, пока человек ребенок, он еще пока за себя не отвечает. И, соответственно, и грехи ему тоже не вменяются, да, как вы знаете, да, тебя даже за любое преступление, там, до определенного твоего возраста не сажают в тюрьму, правильно? Вот у Бога есть примерно такой же механизм, как бы для детей. То есть вот это вот состояние девочка ФСБшник. Вот просто вот вспомните, какое ощущение и состояние у вас было в детстве. Просто вспомните. Нету забот, нету депрессии, ты не ждешь какой-то, ничего не ждешь, у тебя есть радость, у тебя нет каких-то комплексов, да, ты просто вот, у тебя совершенное состояние. Аминь? И это нам должно напоминать, или как бы вот призывать именно вот, и говорить о том, куда нас Бог опять хочет привести. Нам кажется, что это как будто нереально, что это невозможно. Может быть, физически да, но Иисус сказал, то, что если не родишься свыше, не сможешь войти в Царство Божие. Соответственно, если вы не станете и не умолитесь, да, как дети, не сможете войти в Царство Небесное. Соответственно, для нас есть этот принцип, что действительно не пришивают заплату старой одежды. Нам нужно то, что Иисус сделал для нас. Нам нужно возвращение вот в эту, вот в это наше естественное состояние, настоящее состояние, состояние, когда нет вот этого вот давления, когда ты просто наслаждаешься жизнью, и ты просто вот тот, кто ты есть, и нет никакого дискомфорта. Согласны или нет? Хорошее состояние или нет? Задумайтесь над этим, потому что вот, ну, я увидел это, что это на самом деле путь действительно для того, чтобы нам понять, куда нам нужно. Куда нам нужно, что сделал Иисус на самом деле. Что вот, и тут есть такие вот эти ключи, что одежда Иисуса выглядела обычной. Обычной. Это нам говорит о том, что нам надо сломать вот этот стереотип, что вот это вот, то, что дает Бог, должно быть блестеть, должно выделяться, должно быть железное. Нет, это должно быть просто твое, должно быть просто по размеру, должно быть просто комфортно, должно просто ты, понимаете или нет? Просто ты. Ты в хорошем, лучшем состоянии. Вот что значит правильность. Ощущение вот это того, что тебе ничего не осуждает. Ты можешь искать Бога. У тебя нет вот этих забот, которые на тебя очень сильно влияют. Да, то, что тебя делает несчастливым. Вот это и есть состояние праведности. И Библия нам так сказала, то, что праведный верою жить будет. О чем это говорится? То есть праведный будет жив не своей праведностью, а праведный будет жив верою. Соответственно, вот тот путь, который вот у нас есть сейчас, это через веру. Через то, что мы вот эту праведность, мы уже не можем, как в детстве, просто в нее войти, просто вот, грубо говоря, просто бесплатно, да, или вот так вот сверхъестественным образом. Нет, теперь мы в это состояние можем входить только верой.
Только верой, верой во Христа, то, что мы начинаем брать Его обетование, то, что мы начинаем Его изучать, то, что мы начинаем Его призывать в свою жизнь, то, что мы начинаем молиться, мы постепенно начинаем возвращаться в это свое состояние, в которое нам нужно вернуться. Понимаете или нет? Все, что нам нужно сделать, все, что нам мешает с вами жить, да, нам мешают не только наркотики, алкоголь, проблемы и так далее, нам просто мешает вот это состояние. Вот это состояние дискомфорта. Вот я про свою жизнь просто помню, говорю, что я вот вспоминал, когда эту тему готовил, просто вспоминал, что я в детстве реально был вот позитивным, открытым ребенком, мог с кем угодно заговорить о чем угодно, мог подойти к любой собаке и ее погладить. Мне все равно, большая она была или маленькая она была. Я не чувствовал никакого дискомфорта в своей жизни, но постепенно, когда я начал расти, я начал вот это ощущать влияние общества, влияние вот собственных каких-то поступков, да, и начало приходить вот это какое-то ожесточение, начало обрастать вот этими внутренними комплексами, да, и вот начал одеваться во что-то, и тогда мы к чему стали приходить? Вот что такое, например, алкоголь, да? Это вот примерно защита такая, когда человек пытается уйти от этого состояния несчастья, грубо говоря, хотя бы на какое-то время в состояние радости, да? В состояние какой-то вот эйфории, для того, чтобы вот почувствовать себя каким? Свободным, раскованным, да? Просто вот естественным, просто, правильно ли нет? Вот это вот примерно то, для чего как бы люди употребляют алкоголь. В больших количествах. И чем больше, тем более раскованный, правильно или нет? Да. Более свободный, более смелый, да? И так далее, да? Дальше есть другие, более сильные препараты, правильно? Многие из нас тоже через них проходили, да? Которые тебя делают тоже, да? Неуязвимым, не боящимся ничего, никого, не зависящим ни от какого мнения, да? То есть, что мы находим вот в этих, там, в наркотиках, в алкоголе? Вот это вот состояние, которое мы потеряли, которое вот наше сердце, наш дух, наша душа, она вот стремится его опять почувствовать, в нем побыть. Но мы знаем, что это все искусственное, это потом нас все убивает. Поэтому, но стремление это, оно наше, оно нам принадлежит, оно заложено в нас Богом. Оно действительно вот у Бога есть все то же самое, только без последствий. Только совершенное такое состояние. И нам туда. Понимаете? Нам туда. И вот хочу еще разобрать такой пример, как вот праведность как бы от закона, да, или праведность, как мы иногда ее представляем, такая... Однажды к Иисусу пришли иудеи, да, и спросили, а почему вот твои ученики... Вот ученики, они говорят, ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев, они постятся, они там то-то не едят и так далее, много чего соблюдают, а твои, они какие-то вот свободные и едят, и не постятся и так далее. То есть мы видим, что пришли люди, которые увидели вот эту разницу учеников Христа и религиозных людей. Чуть-чуть религиозных, потому что мы знаем, да, фарисеи это были религиозные люди, но религиозные это же тоже духовные, правильно? Это то, что, ну, как бы, или как бы снаружи духовные, да? То есть люди, которые пытаются жить по христианским принципам, люди, которые пытаются таким образом соответствовать Божьим стандартам. Вот благодаря этому учению, да, ученики фарисеев и ученики Иоанна Крестителя, да. Мы знаем, что Иоанн Креститель, он был от Бога, был помазанник сильный, который вот крестил в покаянии, но его ученики отличались тоже от учеников Христа, да, что они вот были в каких-то рамках там и так далее. И вот здесь для нас тоже есть очень много ключей для того, чтобы вот просто понять, куда нас хочет привести Иисус. Что Иисус не хочет на людей на самом деле взвалить ярмо. Ярмо закона, ярмо праведности по закону, да? Ярмо вот этой вот одежды. Потому что если мы посмотрим, какова была одежда Иоанна Крестителя. Знаете ли? Написано, что Иоанн Креститель одевался в одежду из верблюжьей шерсти и припоясывался кожаным поясом.
и ел акриды и дикий мед. Да? Вот то, что мы знаем, вот эти символы, которые нам говорят об Иоанне Крестителе. Да? И я вот еще так вот вам на будущее вообще хочу сказать, мы, наверное, еще на протяжении долгих каких-то вот учений мы будем вообще много сравнивать учение Иоанна Крестителя с учением Иисуса Христа. Потому что это очень важные символы, потому что Иоанн Креститель олицетворяет собой начало Евангелия, начало христианской жизни. Такое первое ученичество, то, с чего, в принципе, все начинают. Он собой олицетворяет вот это покаяние, крещение в покаяние, крещение оставления грехов и попытка как бы собственными такими силами приблизиться к Богу через то, что ты, ну, как бы говоришь «нет» многим вещам. Сам говоришь «нет» многим вещам. И это действительно необходимо делать, да? Но это только начало. И мы видим, что его одежда, она вот была из верблюжьей шерсти. Вот представьте, что такое одежда на голое тело одеть из верблюжьей шерсти. Кто-нибудь хочет в такой одежде походить? Я представить не могу, но я свитер колючий, иногда не из верблюжьей шерсти, вот на голое тело не могу одеть. То есть, вы представляете, ты подходишь, с такой одеждой, ты просто вещь чешешься. Да, если ты вот, ну, но потом нет уже, потом ты уже такой, весь в мозолях, уже такой, уже все давно расчесано, начесано, и все, и уже даже, не, уже, наверное, даже не потеешь. То есть, это же символы, это нам говорит о многом, то, что вот Иоанн Креститель, он от всех отличался. Вот он был в такой одежде. Вот его одежда была вот из верблюжьей шерсти, и все видели, что он в одежде из верблюжьей шерсти. И все что говорили? Ну, мужик вообще. Вот, вот это муж Божий, вот она, вот он пророк, вот как нужно, вот какая праведность, понимаете? То есть он собой олицетворял такого вот человека, который вот всем своим видом показывал, какой он молодец, как он вот живет. Это олицетворение аскетичного образа жизни, такого вот аскетичного христианства. Да? Знаете слово аскетизм? Да? Или нет? Аскетизм – это вот лишение себя различных вот удовольствий, комфорта, да, и считание того, что, ну, как бы ты считаешь, что чем меньше, чем больше ты себя во всем обрежешь, чем больше ты себе все запретишь, тем больше ты на себя запретов наложишь, тем больше ты вот этого комфорта из своей жизни уберешь, тем, соответственно, ты будешь праведней перед Богом. Это на самом деле не учение Христа. Монахи, да? Да, как ты, Дмитрий, 7 лет. Ну, как бы мы понимаем, что раз это есть Евангелие, да? Мы знаем, что Иоанн Креститель – это предтеча Христа. И как бы правильное начало христианской жизни – это действительно, когда ты вот, ну, идешь через тоже запреты, запрещая как бы, да, себе какие-то вещи. Потому что мы знаем, что вот Иоанн Креститель, он отдал этих первых учеников, то есть и получились хорошие ученики, знаете, то, что он сказал, что вот он Христос, я не Христос, вот Христос. И там был Андрей, да, знаете, нет? Андрей, брат Петра, Андрей Первозванный, он был один из этих учеников, и Иоанн Креститель, он направил этих учеников ко Христу, то есть он их подготовил определенным образом, да, через свое учение, через вот это учение аскетизма, да, через учение лишения, покаяния там, и так далее. Он действительно подготовил этих учеников и вовремя передал Христу. И мне очень нравится такой момент, что, вот, например, Андрей, он же был учеником Иоанна Крестителя какое-то время. И вот он не мог никак повлиять на своего брата Петра. Он не мог привести Петра тоже к Богу через то учение, в котором он пребывал. Понимаете это или нет? То, что вот вы... Я, например, тоже, когда ушел из центра, из Ретто, да, или когда был в Ретто, да, я вот на своего брата повлиять не мог никак. Он не принимал вот это вот христианство, в котором я пребывал. И я действительно вот так вот тоже это сравнивал. То есть, понимаете, как это вот в жизни, в быту бывает, да? Вот один, два брата, да, один следует вроде за Богом, ходит в церковь, верит, а второй брат на него смотрит и говорит, а я так не хочу. Понимаете, вот не цепляет, не трогает.
И ведь не виноват этот брат, действительно, если действительно не цепляет и не трогает, что ты можешь сделать? Он не видит там Бога, он не видит там христианства. И я вот здесь вот вижу то, что вот Петр, он не мог поверить брату и последовать тоже за братом. Но написано, что когда брат, вот этот Андрей пошел за Христом, там что произошло? Петр сразу тут как тут уже, все. Да, и мы видим, что это действительно вот так часто. Пока мы исповедуем такое христианство, да, вот это нельзя, то нельзя, и так далее, мы много кого не привлечем. И мы видим, что вот этот креститель, он был, вот он, помимо того, что он так одевался, он еще кушал дикий мед и саранчу. А криды – это саранча. То есть, да, он питался вот тоже такой пищей, тоже специальной, так сказать, да. Его откровения, они были такие специальные. Его духовное учение, оно было такое жестковатое, на самом деле, да, его направление. А про Христа что мы знаем? Вот Алексей сегодня молился, друг мытарем, грешником, любит есть и пить вино. Да, мы видим, что Иисус, он не жил как вот аскет, не жил как Назарей, да, потому что вот Иоанн Креститель, он был Назареем. А Иисус не жил как Назарей, потому что Назареем нельзя было пить вино, нельзя было там стричь волосы. А Иисус Христос, он всем видом показывал, что, ну, это на самом деле не проблема. Это на самом деле вот такой образ жизни не проблема. И он шел и дружил с этими мытарями и грешниками. То есть мы видим, что его праведность, она заключалась именно в этом внутреннем состоянии. Понимаете? Не в наружном состоянии, как вот показывает другим, это нельзя, то нельзя. Да? То есть вы понимаете, что мы сейчас разобрали? Да? Вот Иоанна Крестителя, его одежда, его образ жизни, да? Его праведность, да? Его состояние, его подход к тому, что угодно Богу. Иисус Христа, который снаружи был в обычной одежде, ничем не отличался от людей, но мы что знаем, что его одежда была не сшитая, правильно? Его праведность была от Бога, его состояние было родное, настоящее, совершенное внутреннее состояние. И вот этим состоянием он как раз людей-то и привлекал к себе, понимаете? Вот и вот у людей чувствовалось, что как он думает, как он говорит, как он себя ведет, как он живет, вот это вот состояние, ты не можешь его как бы вот не ощутить. Когда ты сталкиваешься действительно с людьми счастливыми, наполненными, вот, пребывающими в этой Божьей праведности, тебя это притягивает. Тебя это притягивает. И потом там было написано, что Иисус начал приобретать больше учеников, чем Иоанн Креститель. То есть как бы вот это больше стало работать. Но это вот мы об этом еще поговорим. Но сам смысл вот этой вот одежды, да, еще раз, я напомню, что у Иоанна Крестителя была вот эта вот одежда из верблюжьей шерсти. Вот эта вот жесткая, колючая, чесучая такая вот одежда, в которой он привык находиться, которая вот всем своим видом снаружи людям показывала, что вы по сравнению со мной вообще никто здесь. Просто вот, вот стремитесь просто к этому. Хотя бы себе, я не знаю, накидку какую-нибудь из верблюжьей шерсти приобретите, там, я не знаю, или еще что-нибудь. Если не можете полностью вот в такой одежде колючей ходить, то хотя бы там что-то, да? Трусы там, грубо говоря, колючие себе оденьте. То есть, и тут мы видим, что вот это вот его такая праведность, то есть она такая колючая, да, вот эта вот одежда, она напоминала человеку все время его греховности, да. Знаете, есть вот это вот учение, такое в христианском мире, что чем ты больше себя вот изнемождаешь, чем больше себя избиваешь, есть люди такие, которые вот там, они вот находят это очищение, что ли, или приходят в это состояние, когда начинают себя пить, знаете, плетками бьют себя, да. Это же вот тоже об этом, то есть прийти вот в это вот состояние, как можно больше себя избить, чтобы хотя бы вот как-то опять вернуться в это состояние совершенства, почувствовать это, да? Знаете, когда зуб болит, да, ты хочешь вот еще вот долго он болит, прям вот хотя бы на время в него какую-нибудь иголку воткнуть, чтобы хотя бы секунд 10 не чувствовать этой боли, ради боли, да? Знаете, есть такое, нет? Или нет? Ну вот, это примерно то же самое, то есть вот эти временные ощущения,
Это вот и есть примерно то, что я хочу сказать, праведность от закона. То, что дает какое-то временное ощущение. Вот пока ты сделал какое-то доброе дело, да, пока ты вот выполнил там какое-то правило, да, которое тебе нужно выполнить, вот на какое-то короткое время ты ощутил это состояние. Совесть тебя не мучает, какой-то вот комфорт появился, ты почувствовал это радостным и так далее. Настоящее наше состояние – это просто быть в этом состоянии, не принося никаких жертв, не делая никаких добрых дел. Понимаете? Не от дел на самом деле. Дела добрые – это уже просто следствие, потому что вот из тебя это идет, тебе это нравится, тебе это хочется. Но вот это вот состояние, которое Бог нам хочет дать, вот этой праведности, совершенной как бы от Бога, по вере, это вот просто состояние, которое Иисус, благодаря тому, что Он пошел на крест, Он нам это состояние просто отдает. И там был такой очень важный момент, что вот воины хотели, они делили, да? И когда они увидели, что это не сшито, написано, что они жребий стали кидать. Они не стали это вот разрывать на кусочки, но стали кидать жребий. Да, и это действительно говорится вот тоже о том, что вот это состояние, вот эта вот одежда, оно полностью должно быть в совокупности. Мы действительно должны как можно вот правильнее вот это вот понять, это учение Иисуса Христа, Его миссию здесь на земле. Вот действительно вот понять эти смыслы, которые заложены в Библии, что как можно вот в них присосаться и взять вот все оттуда, чтобы как можно целостнее было наше это состояние. Потому что вот, ну, некоторые урвут какой-то кусочек, да, и вроде как будто бы вот что-то у них работает. Но это целостное, это от Бога, это не сшито, это действительно полностью покров, это действительно вот комфорт жизненный. Мне очень нравится это слово, потому что это очень хорошее слово для того, чтобы объяснить именно вот это состояние, совершенство, когда действительно ты просто вот как в детстве опять, нету забот, нету хлопот, совесть тебя не мучает, ты просто вот радостный, ты такой, какой ты есть, и все. Полный сил, полный желания и всего остального. Очень похожая есть история, как вот с этой одеждой, с Иоанном Крестителем. Это также было с Давидом и Саулом. Помните, мы опять же в прошлый раз говорили про эту историю. Помните, Давид, когда пошел, вот вызвался убить Голиафа, его позвал Саул, и что он сделал, помните? Он надел на него свои доспехи. Вот эти вот царские доспехи. И мы видим, что Давид, он оделся в них, то есть он не стал отказываться, он оделся. И написано, начал ходить и сказал, мне неудобно, я не привык, мне неудобно. И он снял и просто пошел вот с тем, что он имел, на этого Голиафа. И потому что, да, мы уже как-то говорили, то, что его состояние, оно было вот просто, вот он пошел со своей праведностью против этого, с праведностью от Бога, просто вот в этом легком состоянии и победил его камнем и борщой. Поэтому Бог нас так сотворил, чтобы мы перестали страдать от того, что мы какие-то не такие, что вот вот если бы я был как он, или был бы у меня то, что есть у него, или я был бы такой талантливый, или я был бы еще какой-то, или чуть-чуть повыше, или чуть-чуть пониже, или нога у меня была бы там не 46-го размера, а там 43-го хотя бы, мне бы легче было обувь покупать. Полно глупостей, которые просто вот мешают нам жить. И мы вот просто находимся в этом состоянии, что мы не принимаем себя такими, какие мы есть. Вот, ну, на самом деле, Бог, Он не ошибается. Он нас создал такими, какие мы есть. И мы уже всем обладаем. Мы действительно вот просто созданы просто быть, жить, радоваться, любить, делать как можно больше все, что может наша рука, да, все, что вот видим, надо делать. Надо делать, и мы для этого созданы. Чтобы перестать вот жить вот этими постоянными какими-то оправданиями, этими комплексами. Потому что, ну, если честно, я помню, я, из-за чего я стал наркоманом. Ну, или что было во мне, вот,
из-за чего мне нравилось это состояние. На самом деле, вот эти вот комплексы, которых было куча, я просто не любил себя, я просто вот не мог принять себя таким, какой я есть. Мне все время хотелось быть более кем-то, чем-то, чему-то соответствовать, каким-то стандартам. Но наша сущность в том, что мы просто вот счастливы такие, какие мы есть. Нам нужно вот вернуться в этот Эдем, да, где Адам, он просто находился с Богом, в этом присутствии Божьем, и чувствует себя вот такие, вот, вот просто комфортно. Давайте откроем стихи, они... Это Исаия, 64 глава. Я, в принципе, уже заканчиваю, потому что я думаю, что мы тему раскрыли. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность, и вся праведность наша как запачканная одежда. Да, то есть вот Писание говорит, что все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда. Да? Вот это вот, ну, действительно состояние нашей жизни часто похоже на это состояние, как ты грязный, как вот другие это видят. Ведь тоже, да, дискомфорт, правильно? Когда ты, у тебя одежда, и она запачканная, да? И сзади, или спереди хочется, да, закрыть, спрятать, да, тебе неудобно, неуютно. Это вот то, что происходит. Но многие из нас уже стали в таком состоянии, знаете, как вот у бомжей бывает, чем грязнее, чем уже, тем она вот даже лучше выглядит, грубо говоря. Вот она уже вся грязная, вся пропитанная. И уже на самом деле даже комфортно мне. Потому что уже как испачкать то, что все грязное, уже вообще не важно, да? И вот я говорю, что многим из нас и иногда и не хочется покидать даже вот этого состояния. Знаете, вот, а, есть оно и есть. То есть, понятно, очищать смысла нет, оно уже не отстирает. Поэтому нужна новая. И все мы поблекли, как лист. И беззаконие наше, как ветер, уносят нас. Да, это тоже об определенном состоянии пророк говорит. Мы поблекли, как лист, высохли, да, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. То есть это говорится вот об этом состоянии, действительно, в котором часто пребывают, живут люди. Вот оно просто состояние внутреннее. Праведность, как запачканная одежда, и беззаконие наше нас все время куда-то уносят. И дальше идет такая мысль, и нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. То есть нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. То есть вот это вот состояние, в котором мы находимся, да, вот в Римлянах, по-моему, там написан такой стих, что нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. То есть вот это вот состояние на самом деле, это то, что нам мешает искать Бога. Просто мешает. Вот это самая основная как бы проблема. То, с чем сравнивает здесь нам Библия вот эта праведность, говорит, нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Просто положил бы внутри себя держаться за Бога. Не бегать вот к этим идолам, не бегать к этой суете, заботам и так далее, зашивать эти заплатки, но действительно просто держаться за Бога. Не дает нам это состояние. Не дает. Поэтому, но через Христа мы можем его получить. Поэтому для завершения просто хочу подчеркнуть некоторые вещи, что праведность на самом деле это мышление. Все, что мы с вами говорим. Праведность это тип мышления человека. Состояние человека, состояние мышления, это пребывание в истине. И праведный верою жив будет. Теперь, чтобы нам пребывать, еще раз напомню, в этом состоянии, мы в этом состоянии можем пребывать только с помощью веры. Веры. Не с помощью вот ощущений.
что я чувствую или что я не чувствую, а с помощью веры. И когда мы начинаем верой верить в эту правильность, приходят потом и чувства, приходят потом и состояние. То есть мы не отталкиваемся от чувств. Вот сейчас чувствую и буду тогда искать Бога. Вот чувствую правильно. Не важно, что чувствуешь. Бог дает дерзновение взять и одеваться в его одежду. Помните, как в прошлый раз тоже мы говорили, как вот этот вот Исав, вернее Иаков, переоделся перед отцом. Ему было дискомфортно, ему тоже было не очень уютно. Вспомните, как блудный сын, который когда вернулся к отцу, первое, что ему дали, самую лучшую одежду. А знаете, какая самая лучшая одежда? Это вот его одежда, которая одежда сына, которую отец просто вот держал в шкафу там, да, и верил, что сын вернется. И она была ему просто вот возвращена, как его одежда. И все. Не как одежда раба, а именно вот его размер, его лучшие вещи. Он ему сказал, вот, сын, твой гардероб опять твой. Поэтому ходи в этом и все. И перестань думать о себе что-то другое. Поэтому это то, что хочет сделать Бог. Хочет нас вернуть в это состояние комфорта, в это состояние правильности, в это состояние мышления, когда мы действительно вот находимся там и все принимаем, себя принимаем, такие, какие мы есть, и других готовы принимать. Здесь тоже есть такой вот момент, ладно, что я думал на нем, как бы вот. Мы тоже должны это понять, что помимо того, что есть наша правильность, да, и мы вот любим себя принимать такими, какие мы есть, да, мы еще должны научиться других принимать такими, какие они есть. Не навязывать другим собственные стереотипы, собственные стандарты правильности. Тоже, потому что это больше похоже тоже вот на то, что делал Иоанн Креститель. Вот у него была его одежда, и была бы его воля, он бы всех одел вот эти шкуры из верблюжьей шерсти, да, и все бы вот были такими маленькими Иоаннами Крестителями. Праведность Иисуса, она ничем не отличается, как бы вот эта вот одежда, она ничем не отличается. Ты снаружи обычный человек, но внутреннее твое состояние, оно действительно настоящее состояние. И вот это нам тоже нужно понять, что и у других такое же состояние, потому что действительно все индивидуальны. И вот мне, например, сейчас вот приходится с этим очень сильно сталкиваться, что не требовать от людей того, что я, может быть, сам делаю. Мне, может быть, это делать легко, или у меня есть какой-то дополнительный стимул для того, чтобы делать это. Но другие, у них вот свой уровень, у них свои отношения с Богом, и поэтому вот мне нужно тоже не требовать от людей чего-то такого, потому что иначе получится вот одевание всех вот в эту одежду. Когда Саул попытался одеть Давида в свои доспехи, правильно? То, что работает у тебя, не факт, что работает у другого. То состояние, в котором ты пребываешь, не факт. Просто у каждого свое есть совершенное состояние, в котором Бог нас предназначил ходить. Аминь? Вы поняли или нет? Да. Вы согласны? Просто поэтому поднимайте свое вот это вот внутреннее состояние самооценки. Не нужно думать о себе меньше, не нужно думать о себе больше. Нужно как можно быстрее просто стать самим собой. Блин, это самое трудное. Вот правда, мне потребовалось много лет для того, чтобы прийти к этому. И до сих пор приходится бороться за это. Потому что на самом деле за это еще нужно бороться, чтобы просто быть самим собой. Чтобы просто говорить то, что действительно ты думаешь. И здесь есть крайности такие, да, которыми вот мы действительно иногда... Почему вот опять же это учение Иоанна Крестителя, вот меня, ну, я проходил это учение. Я сначала был погружен вот в это учение Иоанна Крестителя. Вот это такое жесткое христианство, такое вот христианство правды в лицо называется, знаете? И не факт, что это правильное христианство. Оно нужно для того, чтобы, да, вот рухнули какие-то барьеры, какие-то цепи, но мы знаем, что Иисус, Он льна курящего не угасил и трости надломленной не преломил. Понимаете? Он не пытался переделывать людей, Он не пытался одевать людей во что-то, в чем им трудно пребывать. Он принимал всех
такими, какие они есть. И учил этому, учил как бы любви. А вот для меня Иоанн Креститель чуть-чуть, он был как грубиян немножко. Ну, потому что я сам был в этом учении. Потому что иногда правду сказать трудно. И когда ты видишь вот эту какую-то неправду, и ты все, что у тебя есть, это как вот эта вот одежда Иоанна Крестителя, вот эта такая праведность, да, сказать правду в лицо. Это как бы сначала такая защита, да, это как бы вот ты пытаешься быть таким, какой ты есть. Вот говорить всем правду в лицо. И это начальная стадия для меня христианской жизни. И это на самом деле не то состояние, в котором мы должны, я думаю, пребывать. Потому что мне от этого приходится переучиваться. Я видел много раз, как вот эта правда в лицо, она не приносит никаких результатов. То, что не всегда нужно вот всем все сказать, как оно есть, когда ты все это видишь. Я вот здесь вижу, как Иоанн Креститель, он до чего в своем служении дошел? До открытого обличения царя. То есть это вот был пик его карьеры, грубо говоря, как помазанника. Он царю Ироду, царю израильскому, при всех заявлял, что он живет в блуде, ему нельзя так жить, и он должен это оставить. Вроде как такая, да, правильная, такая сильная, настоящая позиция. Но что он получил в итоге? Закрыли в тюрьму и отрубили голову в итоге. Я просто знаю, что Иисус, он тоже был перед Иродом. Но вы знаете, Иисус, он просто с ним не разговаривал. Просто молчал. Просто тут написано, когда его привели к Иисусу, к Ироду, Ирод очень обрадовался, потому что очень сильно хотел увидеть Иисуса, хотел много ему вопросов задать и задавал много вопросов, а написано, Иисус ничего ему не отвечал. Вот просто вот вел себя вот так вот, тихо, скромно, но не грубил. Понимаете, тоже сильная позиция, да, это настоящая такая позиция, но нету вот этой вот прямого такого обличения грубости. Это то, что вот я так заметил, потому что, ну, мне действительно иногда приходится переучиваться, потому что иногда вот так ты горячий, хочется так вот и правду сказать, и высказать все человеку, но опыт и практика показывают, что это не всегда самое лучшее оружие. Я вот видел, как, ну, вернее, в Библии видим, как пророк Нафан приходит к Давиду, тоже царь, который согрешил, который заблудил, переспал, она забеременела, а мужа убил. Представляете, что она там Давид натворил? И мы видим такую короткую позицию Нафана, который в страхе трепете пришел, потому что сам понимал, что ему бы голову не отрубили за то, что он будет Давида обличать. Он нашел притчу, он сказал ему это через притчу, очень кротко, очень... И царь снова покаяться. Мы видим результат, который получился, да? Вот в этом обличении. То есть очень мягко обличил царя и, самое главное, добился результата. А мы видим, что Иоанн Креститель никакого результата не добился. Царь не покаялся, из блуда не ушел, и еще и больше сделал, еще и голову Иоанна Крестителя отрубил, да, еще и глубже. То есть, поэтому мы должны как бы вот понимать вот разницу этих учений, да, учение Иоанна Крестителя и учение Христа. Я понимаю, что, как бы, может быть, это не для всех, тема ясная, но здесь есть что-то, что, о чем мы должны поразмышлять и как мы должны жить здесь. Потому что, вот, говорю, Иоанн Креститель, он так вот жил такой жесткой, аскетичной жизнью, учил так учеников, и, что самое интересное, последние ученики его, они были не спокойны. То есть его функция была в чем? Чтобы отдавать учеников Иисусу Христу. Он сказал, что я не Христос, он Христос. И первых учеников в начале своего служения, на пике своего служения, по вдохновению Духа Святого, он отдает Христу. Но вы знаете, что произошло с последними учениками? Он их послал к Христу, сидя уже в тюрьме. Вместо того, чтобы сказать им, не надо тут со мной сидеть, со мной уже тут это все ясно, идите за Христом. Так он вместо этого послал их к Христу, и они пришли к Христу, а нас, Иоанн Креститель, послал тебя спросить, ты ли тот, который должен прийти, или нам другого, которого какого-то ждать? Вы представляете, что произошло вообще? Он посеял сомнения в учеников, он
вместо того, чтобы направить учеников ко Христу, он сделал совершенно обратные вещи. Он испортил этих учеников. И они не были способны уже воспринять вот это движение Божие через Христа. Они уже настолько были преданы своему лидеру, Иоанну Крестителю, и воспринимали только его учение, его одежду, что уже для Христа их сердца не были открыты. Я не знаю, что с ними потом произошло. Мне жалко. Мне действительно жалко, потому что я вижу много христиан, которые, не осознавая вот этой разницы, могут пребывать вот в этом учении. И потом они уже просто пребывают в учении осуждения, в учении непринятия, в учении аскетизма, в учении вот согрешил, покаялся. И они уже не могут принять эту праведность от Христа, которая настоящая от Бога, по вере. Аминь? Все, я закончил. Давайте несколько объявлений тогда и разойдемся. Хотя народу мало, но сейчас сколько есть, потом я еще раз эти объявления скажу. Значит, во-первых, у нас появился ящичек. Ящик Иуды сам носил его еще. Старый. Да. Мы как бы вот сейчас строимся, да, и будем строиться, там собственное здание, и как бы строим служение. Поэтому мы вот решили, что мы будем как бы собирать тоже денежки. Мы не будем это называть ни десятиной, ни приношением Богу. Мы будем это просто называть, что это как бы вот мы собираем для того, чтобы построить служение. Сейчас, в данный момент, да, вот пока мы будем строить, мы в группах объявили, что мы вот всех призываем хотя бы в месяц, чтобы каждый человек хотя бы 1000 рублей вложил просто, но постоянно. Кто, конечно, может больше, может вложить больше. Кто тяжелое положение меньше, нет никаких обязанностей, нет никаких привязок. Самое главное, это просто вот чувствовать себя причастниками того, что мы пытаемся сделать. То, что мы пытаемся сделать, это сделать служение для Бога, сильное служение, то, к чему нас Бог призвал. И мы по-любому это будем делать. Вот. Поэтому это не просто там вот нам, мы в чем-то нуждаемся. Я, как уже тогда говорил, как-то вот это слово взял, что я уже там вот по поводу аренды и помещения, как бы я это все на себя беру, и до конца года я это, грубо говоря, донесу. Поэтому вот это то, что мы собираем, это мы не хотим пока назвать это уже пожертвованиями, десятиной, мы хотим просто вот собирать сейчас на служение для того, чтобы это все заработало, а там уже будем смотреть. Вот, следующее объявление. Мысли у меня пришли, хочется сделать что-то типа библейской школы по основам христианства. Ну, то есть основы Библии, там, Ветхий Завет, Новый Завет, история христианства, основные понятия, спасения и так далее. То есть небольшую библейскую школу. Пришла такая мысль сделать это через интернет, то есть по прямой трансляции. Поэтому вот сейчас кто есть, имейте в виду, что, наверное, будем делать. То есть, может быть, 2 или 3 раза в неделю, чтобы не собираться, будем устраивать такой какой-то вебинар там, или что-то еще. Просто наберем вот курс, грубо говоря, запишем это прям. Ну, чтоб, хотелось бы, чтобы это было дисциплинированно и как бы не так, что там пришел, не пришел, а именно вот, ну, взять, пройти этот курс, как бы для того, чтобы вот иметь какие-то общие понятия о Библии. Ну, тут сейчас мало таких людей, кому это надо, но все равно они есть. Вот. И еще хочу, вторая тоже мысль пришла по поводу сделать что-то типа молитвенного собрания, может быть, раз в 2 недели здесь. И есть мысль сделать такое учение пророчественное. То есть
Я не знаю, как это назвать, может сказать, там пророческая молитва или пророческая школа, но Павел сказал то, что желаю, да, ревнуть о дарах духовных, особенно о том, что пророчество. И дальше там тоже написано, в Евреях, когда Павел цитирует, что когда вот придет этот Новый Завет, то, что изолил духа моего и сыновья ваши, дочери будут пророчествовать. И это как бы очень важный дар, очень важное учение. У меня есть как бы вот определенный уже материал, накопившийся по этому поводу, то, что бы я хотел передать. Поэтому сюда тоже как бы вот хотелось бы людей привлечь и нам провести некие такие учения, потому что вот, ну, здесь как бы воскресеньем это слишком жесткая немножко пища. Хотелось бы побольше поразбирать. Алексей, может быть, тоже что-то вот именно по этой теме поготовить, там, дары духовные там, и так далее, то есть поговорить на себя. Просто я вам первоначально озвучил, но я думаю, что я эти объявления еще там в следующий раз сделаю, когда там будут другие люди, и все. Аминь? Аминь. Ну все, давайте ободримся тогда. Давайте. Давайте поем что-нибудь.